Скажи по-братски, ты знал, что у Кадырова кличка Люля? Конечно, знал, весь мир это знает. В том, что стоит ли за границей в быту, в разговоре говорить, что ты русский из России или лучше притворяться украинцем. Кстати, о в е в окончании русских фамилий, а у чеченцев до прихода русских какие фамилии были? А кто мы, из чего ты решил, что вправе говорить за весь народ? О, к счастью, вправе. Так как народ на протяжении двух войн литрами пролитой крови показал, чего он хочет. Как ты думаешь, сколько будет длиться война? Я не знаю, друзья, у меня нет таких способностей делать прогнозы. Не могу этого вам сказать, но смотрел Илларионова. Илларионов сказал, что минимум 3 года она будет идти. И он приводил доводы. Его доводами было то, что и Россия, и Америка как бы заложила в план 3 года. То есть все какие-то соглашения, которые делаются в связи с этой войной, они все заключаются на 3 года. И исходя из этого, он сказал, что это значит, что война как бы минимум рассчитана на эти 3 года. И она как бы будет, скорее всего, идти минимум 3 года. А возможно, она будет еще дольше. Скажите, пожалуйста, будет ли ядерная война, меня спрашивают. Я, к сожалению, этого знать не могу. Самому интересно, будет ли это ядерная война, потому что то, что происходит в мире, это все, ну, впервые, пожалуй, за мою жизнь мы подобные процессы переживаем, глобальные. Сава, ассаляму алейкум, черкес кабардинский, япон, бывший гурон, не идешь воевать, мусора насилуют, идешь воевать, кадыровцы, тумсо. В русском мире у мужика вообще есть шанс остаться неизнасилованным. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатух. Это была новость, что каких-то там военных российских изнасиловали кадыровцы в Украине. Вопрос Салава, это ирония на эту тему. Томсо, твоя деятельность в Ютубе, в Телеге является основным твоим источником заработка плюс донаты, или ты подработку делаешь параллельно? Если не секрет, то не, если секрет, то не говори. Ва алейкум ассалям. Нет, у меня нет никакой подработки, никаких других, вообще никакой другой деятельности нет. Есть только вот эта деятельность, пока, во всяком случае. Если в дальнейшем у меня появится какая-то, я не знаю, может, я ресторанный бизнес, но пока нет, ничего больше нет. Скажи по-братски, ты знал, что у Кадырова кличка Люля? Конечно, знал, весь мир это знает. Он сам почему-то себе дает кличку Дустум, даже после того, как Дустум соскочил с Афганистана, он все равно себя называет Дустумом. Но он больше известен у нас как Люля. Почему Шамиль назвал его Мунштуком? Это не Шамиль его назвал. Эта кличка у него была. Видимо, его так в селе называли. Шамиль просто привел ее. В том, что стоит ли за границей в быту, в разговоре говорить, что ты русский из России или лучше притворяться украинцем. Думаю, где-нибудь в Польше вечером в переулке можно получить по морде даже за русскую речь. Ну, я не знаю, я не могу тебе на этот вопрос ответить. Я думаю, что ни в коем случае не нужно вообще никого обманывать, причислять себя к каким-то другим народам. Я, к сожалению, так получилось, что в этой загранице нас здесь воспринимают как граждан России, к сожалению, потому что мы имеем эти паспорта, хоть и не по своей воле, мы приезжаем, нас здесь записывают как граждан России. И вот в любых документах, которые нам выдают, бывает написано «рус». Мы говорим на этом языке, на русском языке. То есть я что хочу сказать, когда меня впервые вот видит кто-то, то он меня воспринимает как россиянина. Люди-то не знают этих всех наших нюансов, что там это только потом, когда ты уже говоришь, что ты чеченец. Там уже, если кто-то не знает, ты можешь очень быстро ему как бы объяснить, что ты не россиянин, что ты вообще человек не русского мира. Еще когда сопротивление русскому миру еще не было мейнстримом, на этой планете, мы еще тогда сопротивлялись русскому миру. То есть, ну, а поначалу они этого не знают. Но я как бы не заморачиваюсь по этим вопросам. Я говорю на русском языке. Показываю эти документы. Потом, когда, если возникает какой-то вопрос, я объясняю. Я думаю, нужно поступать таким же образом. Кстати, о в е в окончании русских фамилий, а у чеченцев до прихода русских какие фамилии были?
У чеченцев не было никаких фамилий до прихода русских. У самих русских не было никаких фамилий до прихода в Чечню. То есть они, эти фамилии, вообще такая практика фамилий, она появилась относительно недавно. То есть когда появилась необходимость в таких документах, начали это как-то стандартизировать по всему миру, тогда эта практика появилась. Поэтому у нас раньше, до оккупации, у нас вообще не было фамилий. Как и у самих русских тоже их не было. Посмотрите там те старые какие-то записи времен даже той же Кавказской войны, там же нет. Это больше как прозвище идет. А у нас друг друга знали как такой-то сын такого-то, из такого-то тэпа, из такого-то села. Вот так вот людей узнавали. А вот когда нас оккупировали, вообще первые фамилии у нас, по-моему, они появились во время ссылки. То есть тогда нас начали уже как-то документировать и давать нам вот эти фамилии. Почему ты за соединение Чечни? Разве нельзя жить в мире с Россией вместе? Не хочу. Мы не хотим. Мы не хотим жить в мире с Россией вместе с Россией. Мы не хотим. В составе России не хотим. Мы хотим жить в мире с Россией, но как разные государства. Независимые, суверенные два государства. Можно же так? Почему мы должны именно вот вместе жить? Почему мы должны быть вашей колонией? Почему мы должны быть в составе вашей страны? Мы не хотим этого. А кто мы, из чего ты решил, что вправе говорить за весь народ? О, к счастью, вправе. Так как народ на протяжении двух войн литрами пролитой крови показал, чего он хочет. Поэтому да, я могу это говорить в целом за народ. Абсолютное большинство чеченцев доказала своей кровью, что не хочет быть частью России. Большинство, абсолютное большинство чеченского народа прекрасно помнит, кто их выслал, кто их убивал, кто их угнетал, кто их постоянно притеснял на различной, ну, в основном на, то есть различными способами, но всегда на религиозной, этнической почве. Мы это очень хорошо помним. Поэтому я могу говорить это и говорю за весь народ. Абсолютное большинство. А всякие вот подобные Кадырову, какие-то там отщепенцы, да, среди нас они, конечно, тоже есть, но это такое меньшинство среди нас, на которое я даже не обращаю внимания и не должен на него обращать внимание.